Что ты как неживой? Соберись. Неплохо, очень неплохо. Давай, Ковик, старайся. А сколько я сделал вчера? Три. Хватит? На досе. Молодец. Что ж, рванем на си. Давай, Рони. Давай, Ковик. Нормально. Давай до подбородка. Выше, немного. Давай, чертов морпех. Хорошо, молодец. Ты должен уяснить, Рон, раз и навсегда. Вероятность, что ты встанешь на ноги, близка к нулю. Повреждение позвоночника. А значит, паралич от грудины. Мне неприятно, но ты на всю жизнь прикован к креслу. Ты понимаешь, что я говорю? Да, доктор. А я еще смогу иметь детей? Нет. Нет, но у нас хороший психолог. Он многим помог. Я буду ходить. Я знаю, нет, я пойду. Нет, дай мне сказать, Рон. Ты никогда не пойдешь. Неплохо. Ничего не мешает. Вот так. Эй, ты отлично ходишь. Как я тебе, Вилли? Да ты чемпион. Как я тебе? Ты сумасшедший морпех, Ковик. Да? Весь из себя Гунхо. Только ни хрена не знаешь, что творится в стране. Пошел ты, Уиль. Дело ведь не в сожженных флагах и не во Вьетнаме. Мы били за чужие права, дома бесправны. Как черные в Детройте, брат. Все дело в расизме. Да ну. В стране работу не найдешь. Да? Вьетнам — война белых, война богатых. Где мои деньги? Я серьезно, почитал бы книги. Грядет революция, Ковик. Братья собирают силы. Кто не с нами, тот против нас, пойми. Я устал, или кресло подгони мне. Она та еще сучка, так что береги спариться. Я уже возбудился. Сними лифчик. Я тебе дам еще десятку. Конечно, милый. Доволен? Да, да. Пососи мне соски. Как скажешь, милый. Блин, это же... Хорошо. Хорошо. Спокойно. Не чисти. Очень хорошо. Эй, док, а с высока все видно. Я уйду своими ногами. Увидите. Да, Уилли? Да. Точно. Эй! Ничего, я в порядке, ну, я в порядке, я в норме. На сегодня хватит. Хорошо, хорошо, Ковик. Полегче, не увлекайся. Остынь, не все сразу. Неплохо, есть дыги. Неплохо, просто блеск, здорово. Вот так. Браво, Ковик. Да. Не чувствую, не хрена. Это возможно, я смогу. Всегда верен, мать твою. Таких успехов его и страховать. Все, хватит, Гарри. Иди дальше, иди вперед, иди. Уилли, кажется, я уже... Да поднимите же его, поднимите! Эй, сюда! Нормально. Эй, что-то хрустнуло. Погоди, сейчас. Чепуха. Ты как, это ничего шея? Не болит? Только шея. А, черт. Что? Гарри! Держи, сейчас. Да нет, это просто шея. А что был за звук? А, черт! Что? Все хорошо, твою мать. Это кость, да? Гарри! Что? Доктора. Thank you.